Всем привет! Сегодня покажу вам идеальный рецепт оладушек. Для того, чтобы получились вкуснейшие, можно сказать, идеальные оладьи на кефире, нам понадобится 220 мл кефира, 1 яйцо, 60 грамм сахара, половинка чайной ложки соды и 200 грамм муки. Сначала мы разбиваем яйцо и взбиваем его венчиком. Затем добавляем сахар и также взбиваем. Затем выливаем кефир и все это вместе также взбиваем. Затем добавляем муку, все перемешиваем и добавляем соду. И опять-таки все перемешиваем. Затем разогреваем сковороду и чайной ложкой выкладываем наши оладушки. Жарим их на медленном огне, чтобы они хорошенько прожарились. Оладьи на кефире получаются очень мягкие, пышные, с румяной корочкой. Как правило, их с удовольствием едят и дети, и взрослые. Их можно приготовить не только на завтрак, но и просто к чаю или к неожиданному приходу гостей. Приятного аппетита!